Смотрите, 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 с метлой носится, с метлой. С метлой. Пойдемте дадим ему пизды, а? Не будем разговаривать. Может, он меня убьет, и тогда мы резнемся еще раз. На тебе, получай, 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 получай. И Моха сдол, ё-моё, его убили, и он жаждет тоже мести, собственно говоря. Так, быстро челик отъехал. Ну, мадам. Мадам Брошкина, так ее назовем. Так, теперь у нас есть дополнительные бинты. У нас есть джинсы. Это замечательно. Кстати, у него еда есть. И рюкзак у... И рюкзак уничтожен. План. Артур, план, как всегда, выживать, найти оружие. Я думаю, пойдем на запад. Хочу что-то по западу прогуляться. По северу мы уже много гуляли. Тем более, до Мышкина я так и не дошел вчера. Ну, через центральную часть, куда-нибудь туда на запад поковыляем. Не, да я видел обзор это, я знаю, что там. О! А вот это, господа, уже интересно. А вот это вот уже позволяет нам какого-нибудь незадачливого зайчишку отправить на бережок. Это просто замечательно. Тело, тело, тело на полицайке. Перегораживает. И надо его как-то перехватывать. Просто куда он пойдет? Вот в чем вопрос. Ну, больничку обязан залутать? Обязан. Короче, предлагаю занять француза. Куда вот теперь смотреть? Ладно, мы никуда не торопимся. Некуда, куда ему было выходить? Он обязан дальше был идти по дороге. Он никуда не пошел. Либо полицайку, допустим, больничку попытаться полутать. Тут вот пробежать еще. О-о-о-о. Блять, через текстуры можно не прострелить. Есть такие текстуры окон, которые охренеть как... Так, ладно, но клиент у нас есть. Теперь надо не потерять. Смотри, он зашел и сел четко, чтобы я его не мог прострелить. О. Он реально так встает, что я не вижу. Вот я его вижу, прикиньте, и не могу просто выстрелить. Но это просто рофл. Ладно, ждем, когда выйдет и побежит. Минус. Она же шотает, не надо его. Не, мертвый был, шотнула его. Сколько патронов? Еще два. Сейчас пойдем посмотрим. Да, вот я вот этого и ждал, зомби. Надо лутать. Да, я тоже думаю, надо лутать, господа, потому что объективно выглядит так, что он был один. Вот эти прям из окон могут меня расстреливать, блин. Так, еда, пистолет. Блин, ушатанный рюкзак. Ни хрена его, я просто его... Так, 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 смотрите, у него это есть. У него рычажка есть. Так, очень интересный зайчишка. Все, обобрали пацана.
Сейчас пойдем смотреть, что заряжено, что не заряжено. Ну как, слушайте, жестко, что прострел. Это получается вот здесь надо стоять, чтобы не могли меня высечь. Так, ну что, давайте будем разглядывать. Так. Что, сюда? На заправку, похоже, да, упала, а не сюда. О, тело, да, пробежало? Вот этот Вунки, походу. Да, этот Вунки был. Мы такие плохие с вами, господа. Еще одного крыла приговорили. Сейчас его пойдем лутать. Ну, пойдемте лутать. Он еще, главное, обернулся, челик. Как раз поди хотел француз почекать. Перчатки нашли. Так, балаклава. У него БКшка была. Так, отлично, починим сейчас. Ох ты, оу май гад. Да капец. Раз, два, три. Бинты нормальные. Вот это я понимаю, адреналин. Хуясе. Входим. Там кто-то еще, кто-то шмальнул. Это ж выстрел был, правильно? Сейчас скорпион найдем, и мы вообще папки будем. Ага, еще один. Так, еще один зайчонок. У него Блейз был? Я не узнал. Не было у него ничего. Видел кто? А ты что вылез-то, зайчик? Видите, как правильно действует? Правильно, как действует. Вот так надо крышу полицайки лутать. Ну, думаю, это третий минус. Думаю, это третий минус. Потому что ему в голову прилетело, и патронов у нас больше нет. Ой, не нравится мне эта идея. Но раз зрители просят, значит, надо делать. Мертвый, мертвый, валяется, воняет. Я же говорил, шотнули. Даже не знаю, какого убили мы с вами. Но все рюкзаки ушатаны. Вон двустволка. Блин, штаны мои любимые. Чинить нечем. А, вон есть чем. Броня прессовская.
Топчик. Уходим, уходим, уходим. Вертушка. На хелик сейчас бежим, господа. Так, все, я понял, где он упал. Я понял, где упал хелик. Так, надо смотреть, чтобы на подходах, может, кто-то бежит, такой же зайчик, как я. И главное, чтобы среди этих зайчиков не оказаться зайчиком в попе с пальчиком. Вкалывая дозу, есть контакт. Еще одного пассажира обработали. Так. Охренеть. Так, охренеть, топчик. Просто вообще топчик. Аук. Ух, это он здесь уже все залутал, этот зайчишка, господа. Так, штаны от химзы, ладно, нам пока не до этого. Просто валим, короче. Я подхожу, смотрю, там тело, короче. Думаю, зомбак, что ли, зашел. По одному они не спавнятся. Блин, кончился. Еще зайчата могут подходить, либо мимо проходить. Я бы чекнул, если честно, еще. Блин, нам бы еще наш топовый рюкзак охотничий найти. О, бегает, бегает, бегает. Двое, походу. Так, одного положили. Их трое там. Охренеть, там пачка. Двоих положил, или вунку, или в чё. Отходим, отходим, отходим. Двоих кинул, либо убил, либо вунки. Их, походу, четверо, прикиньте, там басота просто бегает. Я вообще в шоке. Нормально мы их пощипали. Преследуют, падлы. Вот это дейс, ё-моё. Просто вообще бойня. Меняем, сейчас будем фланговать. Так я вижу, там что-то двое, потом трое, потом еще кто-то там что-то мельтешит, блин. Охренеть, охренеть. Хорошо, кстати, удалось восстановить здоровье. Благо, одно деление только не оттяпали. И так, у меня ни воды, ничего. Твою мать, мы простыли. Пиздец. Так, все, уходим тогда. Слушайте, сама судьба. Сама судьба бережет Тимофея. Да, то есть я-то как бы временами крайне опрометчиво могу себя вести.
То есть ввязываться в ситуации, в которые ввязываться как бы не надо. Но тут желудок говорит, ни хрена, уходим. А сейчас еще и болезнь говорит, погнали. Тетрик, точно. Блин, не поможет, конечно. Потому что нам холодно, во-первых. А ты что, я не понял, все сожрал, да? Живность, так, господа. О, мы вылечились, прикиньте. Блин, офигенно, ну надо кушать срочно. Офигеть, вот что значит вовремя кушать таблетки, смотрите. Но нам холодно, блин. Я нихера не могу это... Я что-то слышу. Кабан там, олень, еще что-то, блин. Вот сейчас после всего этого откушаться нам бы охренеть как не мешало, господа. Олень, походу, да? Очень, к слову... Это свинка! Это свинка, господа, была. А ты моя хорошая. Иди к нам, красавица. Вкусненько. Сейчас, как люди. Разводим. Костерок. Тимоха повоевал. Теперь самое время хоть чуть-чуть расслабиться. Согреться теплом от огня и перекусить. Тимоха в обмотках бегает, в одних портянках, даже обуви нет. Желудок, мягко говоря, намекает, что пора. И народ, именно, считай, СЗ идут через нее, да? И в СЗ, наоборот, опять идут через это Гришина, блин. Поэтому здесь максимальная сосредоточенность должна быть. Так. Это чё, блядь? Блядь! Он чё, меня увидел? Он дернулся, блин, когда я готов был уже ебенить. Так. 10 минут, наверное, дух перевели, блин. И до свидания, да? Да вы задрали. Ну и куда теперь смещаться? Мне надо в ту сторону, а тут зомби конченые все перегородили. О, волчары. Атакуйте его, пацаны. Поэтому я предлагаю вот в эту сторону отступать. Кир его знает. Куда вот сейчас искать это тело, господа? Что думаете? Ты чё, попутал, что ли, блин, зомбак? С какой позиции я еще могу наблюдать? Услышал, да, пес? Или нет? Услышала все-таки собака. Да твою мать, чтоб тебе провалиться, старый ты хрыч колченогий, блядь. Давайте, пристрелите меня, пока я с конченным зомбаком, блин. Блять, тут с фронт... Иди нахрен, свинья! Блять, там простреливается все с этой... Куда я бегу, а? Блин, с мусарни все простреливается, ну твою мать.
Так, смотрим. Смотрим, что с Блейзом. Заряженный Блейз. Заряженный. Отлично. Отлично, отлично, господа. Ну что, теребонькает там кто-нибудь, а? Этот вертолет мы даже не слышали. То есть он может лежать тут хер его знает сколько. Но при этом на нем есть... О! Да ты чё, бессмертный, что ли, челик? Нам надо забирать челика. Ну куда же ты делся, красный Марлин? Так, он ушел тупо в лес и испарился. Ну да, это Дейс. Может, сам пасет, я о чем и говорю сейчас. Поэтому надо крайне быстро все делать оперативненько. Режем углы, чтоб с той стороны нас не задолбили. Так, ФАМАС. Да вы угораете. Твою мать. СВД. Оу май гад. Ну, бери в руки-то, чё ты, блин? Вот это я понимаю, хелик. Вот это хелик, господа, блин. Все нормально, нормально, господа. Тело. Так, этот мертв. Сейчас можно сидеть и ждать. Я не понял, там их то ли двое было, то ли один. Надо ждать, пока они успокоятся, и потом идти только чекать. Так может и вунки, а что я сделаю-то? Сейчас посмотрим. Мне стамину хотя бы надо, елки-палки. Нет, мертвый лежит. Да ёб макарёка. Тот готовый. Сейчас осталось зомби разобраться. Но от зомбей надо почиститься, да, как бы они мне реально мешают. Так, валенки, заходим. Так, и где это по нам работали? Вот и кореша прибежали у пацана. И мне нихера здесь не видно. Серьезно, блядь. Так, пока не до разлутки. Надо вот этого забирать.
тихо. Вон, вижу, бегает. Вижу, типа. Работал нихуево нас. Тихо. Да, блять, хорош, серьезно, ну столько прошли, он ни разу не попал. Ёперный театр.